1 апреля, как выяснилось, вам выполнилось 4 года. Обычно на день рождения подводят какие-то итоги. Вот вы подводили итоги. За 4 года в целом добились не сильно многого, но если в целом, да, а за последний год очень-очень многого. За последний год мы успели написать очень много нового материала, абсолютно нового, он отличается от старого. Мы успели объездить очень много городов, ну, для нас это очень много, с учетом того, что мы раньше только выступали в нашем любимом Краматорске. И сейчас готовим, делаем все-таки, надеюсь, демо-альбом, наш дебютный, и будет все хорошо. Как вы отпраздновали свой день рождения? Ну, в этом году, к сожалению, у нас не получилось отметить, потому что работают многие, вот у нас барабанщик вообще иногородний, то есть, ну, немножко не получилось, но я думаю, что мы наверстаем упущенное. Может быть, не 1 апреля, но вот. В понедельник. Да, в понедельник соберемся, обязательно отпраздновать, конечно. А как вы собираетесь праздновать день рождения? Соберемся на нашей любимой студии, посидим немножко, конечно же, с нашим любимым Анатолием Витальевичем, вот, с нашим наставником, можно так сказать. И, конечно же, поиграем. Может быть, новую песню напишем. А скажите, какими бы тремя словами вы бы охарактеризовали свою группу? Для нас это всегда драйв, всегда это харизма какая-то. Ну, может, иногда агрессия. Ну, иногда, но только положительная. Ну, как для меня. Да, какому родителю может не нравиться его ребенок, его дети? То есть нам наша музыка нравится и... Нам нравится, что у нас получается, а еще больше нам нравится, что нравится людям. Наверное, это самое главное. Им приносит какое-то удовольствие, и мы от этого очень рады, очень довольны. Будем стараться работать для вас. Кого бы вы пригласили на день рождения? Из музыкальных звезд или музыкальных групп? Это, как тебе сказать, ну, наверное, в первую очередь, самую нашу такую яркую звезду Краматорска. Ну, для нас это не только звезда, для нас это друг, товарищ музыкальный, папа, да, Анатолий Витальевич, но даже это не то, что приглашать, это вместе с ним праздновать, то есть, ну, не сказать, что приглашать. Наверняка Monkey Vision, да? Да, это отличные ребята, нам они очень нравятся, очень позитивные. 300 сантиметров это вообще не говорить, это супер позитивные ребята, с ними скучно не бывает. Просто эти люди, которых мы назвали, сейчас будем дальше, наверное, называть, это те люди, с которыми, ну, никогда не скучно, с которыми весело, и которые, ну, люди, которые не поднимаются там выше неба и так далее. ОНП, это Николаевская группа, замечательная. Ребята, несмотря на то, что они играют очень тяжелую музыку, но они очень позитивные, очень замечательные. Цибаркасала, да. Цибаркасала, это тоже замечательный ребят. Там много...